Водитель Кирилл причину остановки пока не понимает. Однако инспектор встретил с улыбкой. Документы предъявил по требованию. Кирилл Владимирович, нарушаете когда-нибудь правила дорожного движения? Иногда бывает превышение скорости, честно. Да? Признался честно, потому что не смог устоять перед обаянием инспектора. Впрочем, на этот раз причина остановки не штраф, а предпраздничный сюрприз. Мы вас хотим поздравить с наступающим праздником. Подарить вам вот такую вот открыточку. Спасибо. Здесь стихи нашего собственного сочинения от Одинцовской госавтоинспекции. Очень приятно, когда сотрудники ГАИ именно останавливают с такой целью. Это, во-первых, очень приятно. А во-вторых, когда девушки в форме поздравляют мужчин. Открытка со стихами собственного сочинения и презент в виде яблока или апельсина. Инспекторы хоть и при погонах, но люди творческие. На дежурстве майор полиции Евгения Воронина и ее напарница, старший лейтенант Ксения Цералунга. Традиционно к 23 февраля поздравляем всегда мужчин-водителей, напоминаем о безопасности дорожного движения. Дарим им маленькие такие сувениры. А приятно вот, когда так женщины поздравляют вас? Ну, приятно, наверное, да. Почаще останавливаться? Нет. Поздравили более 30 мужчин с праздником, раздали около 4 килограммов фруктов и, конечно, напомнили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Впрочем, водители инспекторов заверили, что обязательно будут законопослушными. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».